Обгон – один из наиболее сложных маневров, который требует от водителя предельной внимательности и осторожности. Для того, чтобы напомнить данным участникам дорожного движения правила выполнения обгона и предотвратить возникновение дорожно-транспортных происшествий, сотрудниками ГАИ была проведена профилактическая акция. С начала текущего года на территории Брестской области к ответственности привлечены около 1300 водителей, которые нарушили правила выезда на полосу встречного движения. Стоит отметить, что такие нарушения, как нарушение правил обгона, характеризуются весьма тяжелыми последствиями. Так, с начала текущего года на территории Брестской области зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий по причине нарушений правила выезда на встречную полосу движения, в которых 2 человека погибли и 6 получили травмы различной степени тяжести. Правоохранители побеседовали с водителями, напомнили им о том, насколько важно соблюдать правила дорожного движения, в частности при выполнении обгона, для того, чтобы не создавать аварийную ситуацию и не мешать двигаться другим транспортным средствам. После проведения беседы сотрудники ГАИ раздали специальные профилактические листовки. Перед тем, как начать маневр обгона, необходимо убедиться в безопасности. Это необходимо убедиться в том, что не создадите аварийную обстановку другим транспортным средствам, которые движутся в встречном направлении. Хочу вам вот такую вот профилактическую листовочку вручить, чтобы вы прочитали, еще раз, может, что-нибудь вспомнили. И, конечно же, помнили о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения. Осенне-зимний период отмечается сокращением светового дня. Темнеет рано. А если прибавить к этому и неблагоприятные погодные условия, водителям бывает трудно заметить приближающийся транспорт. Поэтому инспекторы уделили особое внимание беседе о правилах управления автомобилем в условиях недостаточной видимости. Пользу проведения акции осознают и некоторые участники дорожного движения. Почему важно соблюдать правила дорожного движения? Ну, чтобы не совершать аварии. Да. Вы сами не соблюдаете правила дорожного движения? Ну, конечно, 40 лет уже езжу. Практически ни одной аварии, ничего. Конечно, акции такие надо проводить, потому что много этих лихачей, бесправников, пьяных, ну, всякое может быть. Хотелось бы напомнить, что перед началом обгона необходимо всегда убеждаться в его безопасности. Ну и, конечно же, брать во внимание то, что в связи с погодными условиями тормозной путь автомобиля значительно увеличивается. А также возможен туман, дождь, снег, поэтому водителям, конечно же, следует проявлять особую внимательность и осторожность. Наталья Хомич, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович, Новости БукТВ.